Сегодня мы здесь собрались, чтобы провести учение масштабное. Первый раз такое мы проводим как резерв в плане сотрудничества с пограничниками и с полицией. Департамент полиции пограничной охраны и наша военное место поставить сюда такой защиту, чтобы не было возможно просто так перегулять через границу. Мы защищаемся от потенциальной угрозы мигрантов. У меня нет полномочий ответить на этот вопрос. Как вы думаете, могут ли мигранты пересечь вот эту проволоку? Ну, до конца никакой такой вещь не поддерживает от этого, что никто не может прийти. Конечно, может, но как это мы сюда строили, это дает нашим пограничникам дополнительное время, чтобы реагировать сюда. И собирать, и, может, побольше ресурсов, чтобы стоять против этого попытки. Правильно ли я понимаю, что вот за этими деревьями уже находится Россия? Да, правильно поняли, что отсюда, скажем, там метров 15-20 уже является Россия. Ну, у меня такое чувство, что можно перейти, и никакой защиты никто меня не остановит. Ну, я думаю, что это только чувство. Но если вы в действительности туда пошли бы, кто-то вас скоро там поймал бы.